Добрый вечер, друзья. Степа, вниз. Степа, спускайся. Кира, конечно, привыкшая к бибизянам. У нее дома были бибизяны. Поэтому это ее не особо нервирует. Маня, что там нашла? Мань, ну что? Ну давай я тебе вот сюда покажу. Вот, на. Не надо тащить все. Степа, там уже глубокий вечер. Там ничего уже не видно. Маня, что-то я одела Люсину кофточку. Маня в ней как в пижаме. Да, Мань? Великовата кольчушка. Саша пришел. Ой-ой-ой-ой, упала, упала. Катастрофа. Саша пришел поиграть. Хоть Степка его периодически, кажется, и достает, но вот он также все равно привязан, как Басик был к Люське и к Степе. Степа! Вот может уйти, но не уходит, потому что без бибизян ему тоже скучно. Тихий вечер. Маняша, что там? Что? Сашик с хвостом. Ой, Маняша, Маня. Ты точно как в пижаме. Ага. Да, Мань? Ой, там совочек. Я думала, друзья, вот когда вы помните, когда Маня только к нам попала в дом, я думала, она никогда не будет вот ни по вольеру лазить. Ой, Жоя пришел Кира охранять. А вы смотрите, какая она ловкая. Манечка, иди, я себя сниму. Я ж так хотела, чтобы ты посидела там возле своего любимого обогревателя. Да, да. У Мани щеки, как у хомяка. Вот она любит. Кофту на плечо. Ой, ой. Криком, да, Сажика? Скажи, если не уходит. Ты что, скажи, Сажик, у меня там один миндаль свалился. Я же, скажи, за миндаль, да, порву как тузик грелку. Щеки до пояса. Что у тебя? Что у Степки? Ну, иди сюда, иди, иди. Иди, я потом... Ой, все, уже юбочка, а не кофточка, да? Что, 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 что? Так ты ж говорить не можешь с такими щеками, Мань. Ну, ходи, как в юбке, ходи. Хоть попа в тепле. Все, Маня теперь будет. Иди, иди обогревайся, иди к обогревателю. У нас не холодно. Тоже что-то там вот это в комментариях. Люди, всякие люди странные, да, написали, что Кире тут плохо, потому что... Степа, потому что тут темно и холодно. Ну, не знаю. Где холодно, скажи, да? Где темно, мы даже вечером, когда тот самый, мы свет не выключаем. Мы его делаем более приглушенным, но свет у них всегда есть.
Если они спят днем, то мы выключаем свет. Но в основном, особенно зимой, понимая, что витамина D, что они не на улице, мы стараемся, летом, конечно, нет, а зимой стараемся, чтобы даже свет горел. Кирюш, видите, уже по большому счету не Жорик, вот не нянчит, когда Люся, то, конечно, да. Тут скажи все, да, спасайся, кто может. И у Жоры хвост не трубой. Ой, у Жоры, у Степы. Ой, да? Ой, вы видели, Маня опять прыгнула? Я не знаю, меня и Степкины-то прыжки умиляют. Но когда прыгает Маня, вы не представляете, что творится с моим сердцем. У меня такая радость разливается, когда я вижу, что, ну, не должна была вообще по всем показателям, да и жить эта обезьянка. Ну и уж тем более вести такой бодрый образ жизни. О, какой у нас толстый хвост, кисточка какая у нас на хвосте. Я, конечно, жду, друзья, весны, когда уже все малыши пойдут в вольеры. Когда создадут Люси семью. Посмотрите, тоже Люся как тихо себя ведет. Вот она знает, что я сейчас с малышами ее почти не выгуливаю. Как бы крайне редко бывает. А так в основном она одна гуляет со мной, с Владом, с Басиком. Ну, когда у нее хорошее настроение, то и с малышами. И она терпеливо, все нормально, терпеливо ждет. Степа! Я тут. Я все вижу, Степ. Степа, ты пойми, что садик, если мы его еще не отвезем, Степа, скоро вырастет. И будет он как Басик давать сдачу очень. Ты же так быстро не вырастешь, как садик. И будет прилетать тебе по полной. Кирюш, лети сюда, лети. Лети, моя птичка, лети ко мне. Лети, лети, давай. Давай, 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 давай. Ну, что, полететь не решилась, да? Пешком пойдем. Давай, 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 давай. Ну, Степа, что ты, Кири, полет обломала? Скажи, а что она разлеталась тут, да, Степ? Кирюша, лети, так безопасней. Давай. По воздуху они не передвигаются. Пока что. Дик. Дик. Иди. Иди, мой мышонок, иди. Моя мышка. Моя маленькая леди. Маня, песенка есть такая. Моя маленькая леди. Так и ты. У меня выросла, да, в маленькую леди. Это ж сколько там за щеками. Опа, освободи. Степа, ты что? Освободилось место и сразу прыгнул. Так, кашки вам надо, да? Сейчас.